Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, как отучить морскую свинку грызть прутья клетки. Обычно уход за морской свинкой – занятие довольно несложное, но бывают случаи, когда поведение зверька может заставить хозяина волноваться. Например, когда любимец начинает грызть прутья клетки. Почему так происходит и как отучить питомца от такой вредной привычки? Мы подробно изучили информацию на эту тему и готовы рассказать вам 5 способов, как отучить морскую свинку грызть прутья клетки. Очень часто морские свинки грызут прутья клеток из-за того, что испытывают какой-то дискомфорт в своем жилище. Например, клетка может быть тесной или неуютной для зверька. Помните о том, что клетка для морской свинки должна иметь ширину не менее 75 см, а длину не менее 100. Также важно, чтобы в клетке всегда было чисто, а у любимца было место, куда он может спрятаться. Например, специальный домик. Возможно, ваша морская свинка грызет прутья клетки, потому что хочет привлечь к себе ваше внимание. Морские свинки очень сильно привязываются к своему владельцу, могут впасть в настоящую депрессию без регулярного общения с ним. Старайтесь уделять больше времени своему питомцу. Играйте, разговаривайте с ним, выпускайте его погулять по квартире вне клетки. Иногда питомцы грызут прутья клетки из-за неправильного и нерегулярного питания. Следите за тем, чтобы ваш питомец получал достаточное количество витаминов и минералов. Кормите его 2 раза в день и не забывайте менять воду в клетке на чистую и свежую. Чтобы морская свинка не стремилась грызть клетку, важно следить за тем, чтобы у нее всегда была возможность стачивать свои зубы. Слишком длинные зубы мешают питомцу принимать пищу. Если хозяин не позаботился о решении данной проблемы, свинка начинает искать способ стачивать зубы самостоятельно и нередко обращается к прутьям клетки. Обязательно давайте своему питомцу веточки плодовых деревьев, жевательные палочки и специальные минеральные камни. Они идеально подойдут для стачивания зубов зверька. Иногда морские свинки грызут прутья клетки из-за одиночества и скуки. Если у вас одна морская свинка, подселите ей сородича ее же пола. Также позаботьтесь о том, чтобы в клетке у питомца всегда были различные игрушки. Морские свинки грызут прутья клетки вовсе не из-за вредного характера, а из-за достаточно веских причин. Многие из них возникают из-за неправильного ухода со стороны хозяина. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!